Привет, друзья! Итак, мы находимся случайно в Лиссабоне, столице Португалии. Это очередной выпуск туристического бэкстейджа. Вообще, мы приперлись сюда тестировать... Да, седан и хэтчбэк даже. Но у нас целых 4 дня. Мы обязательно постараемся выложить тест в реальном времени. Наверное, впервые будет, да, из теста? Да, да. Вот, а в перерывах между бухачем мы будем рассказывать вам о некоторых особенностях Португалии и Лиссабона, о том, что, например, здесь в крови можно иметь 1,2 промилле, но, по крайней мере, вас только оштрафуют, но не заберут права. 1,2 заберут. 1,19 не заберут, только оштрафуют. Да, еще будет много чего интересного. Все, что наснимаем, склеим и покажем. Поехали. Ну и, конечно, друзьяки, для фанатов наших путешествий показываем номер в отеле. В принципе, интересная планировочка. Вот зеркало, в которое я чуть не ввалился, когда зашел, повернул не туда. Сейчас глянем в окно. Я еще только-только. Ух ты! Прямо центральная площадь, похоже. Сейчас, конечно, найдется куча подписчиков, которые скажут, что через час они нас ждут на этой площади, но, простите, времени у нас, как всегда, мало. Потому что хотим снять и выложить тест тройки прям совсем скоро. Слушайте, ну красиво. Португалия, Лиссабон, не сезон, но тепло, приятно. В любом случае, сильно, сильно приятнее, чем у нас. Шторы. Ага. Шторы на пульте. Кнопку нажал, штора поднимается. Ладно, все, опускайся. Встроенный в стену телевизор. Листики. О, что это у нас? О, это раздвигаются шторки. Это я люблю. Мне бы домой так. Сейф, халаты. Где мини-бар? Я ищу мини-бар. Кофемашина. Мини-бар с бухлом, но только пиво. Ладно, перебьемся к пивом. Так, ну такое уже, поюзано немножко меблишко. И, конечно, святая святых санузел. Интересно, настоящий или реплика? Похоже, таки реплика. Опять зеркала, вот это не дай бог тут набухаться, да, в первый день. И потом вечерком тут пойти себе 3 раза разбить голову, скажем, с разных сторон. Ну, пойдет. Конечно, не Hotel California, но тоже ничего. Марихуана, кок, хочешь, пожалуйста, спасибо. Продолжаем справочник с советами туристов. Туристам, если вы заехали в Лиссабон, то на каждом шагу, буквально на каждом перекрестке вас легко спалят и что-то предложат продать. Мне постоянно предлагали марихуану, Ярославу предлагали гашиш. Но даже полиция предупреждает, официально предупреждает полиция. Это лавровый лист, это гашиш, они разные, лошары, не ведитесь. Как мы? В смысле? Вот понимание, с чего начинался Лиссабон. Алфама – единственный квартал, который пережил, был не тронут. Алфама пережил землетрясение. Чтобы вы понимали, что вот это все, это, ну, по сути, новострой с 18 век. То есть это фейк все, да? Не совсем фейк, это просто 300 лет этому. А Алфаме 700. Так, а где он? Ну, далеко вы? Нет, мы срежем с вами предзамковую часть быстренько и окажемся там. На верхней будем подниматься, да? Мы уже, в принципе, наверху с вами. Хотите еще дальше? Это замок. А портвейн пить еще будем? Можно. Нет, можно по пути. Будут какие-то рюмочные попадаться. И пельменные. Пельменные. Вы знаете, мое удивление, когда здесь 4 месяца назад открыли первый грузинский ресторан, и португалы туда потянулись посмотреть, что это такое. Потому что 5 лет назад такого вообще... Представить, чтобы в бургерную кто-то пошел, где есть что-то показалось. Теперь открыл зрение. Ура! Мы все собрались вместе.
Вдаль там из Кастанеды. Пара слов о том, как происходит съемка в Европе, в крутых местах. Вот мы нашли такое типа крутое место. Кстати, я прошу прощения, наверное, шумит ветер, но I'm sorry. Место выглядит приблизительно вот так. Это порт, это пирс, это невероятно просто, что сюда можно заехать машиной. И наша главная задача сейчас не спалиться, потому что нельзя здесь снимать, нельзя поднимать коптер. Вот так вот выглядит бомбезный номер. Я сразу уточняю, что у нас у каждого свой номер. Вот, но начали мы уничтожать сначала Ярика. Так, тут мини-барчик. Огромная кровать, реально 2 метра. То есть Ярик может спать поперек. Да больше, чем 2, слушай. Да 2. Ну я же с собой 20. Мерил. Ну смотри, сейчас. Это просто ты 120. Сейчас. Не лежи на моей кровати. У тебя своя. Я застелю потом. Ну ладно, смотри, вот у меня ноги внизу. Хоть разгнулся. Вот у меня, блин, ну 2.10. Может 2.20. Ой, где они постели берут? Ой, слушай, а я ходил в коридор без этих. Где мои ноги теперь? Что? Где мои ноги теперь? Вообще мы так делаем очень редко. Я бы сказал первый раз. Я про монтаж на месте. Вот. И я сейчас еще бахну пиво. Поля для гольфа. Не сезон сейчас в Португалии, так прохладно. Градусов, наверное, 15-18 на улице. Такие часто отели бывают. Бывают даже и покруче. Ой, слушай, санузел святое. Йоу. Ярик, здесь для нас 2 унитаза. Ладно, мы за работу, еще увидимся. Всем доброе утро. И, наверное, мы сейчас будем напоминать телок блогерш. Потому что... А, слушай, ты уже съел, уже нечего снимать. С того, что ты ел. Я ел омлет. И вот... Такое невероятное место, которое обычно у нас вызывает грусть, потому что сейчас в Киеве 10, здесь 8, а нам уже надо сруливать и еще что-то доснимать. Надо выцепить машину, у нас второй день съемок. Сейчас непонятно, вчера мы катались на дизельной, красной. Сейчас, чтобы все доснять красиво, чтобы вы потом там мне писали в комментариях, что что-то спалилось другого цвета машины, нам надо найти такую же, но скорее всего нам может достаться, к примеру, европейский 2-литровый мотор бензиновый, который типа не интересен. Но с другой стороны, со стороны можем поснимать. Португалия, походу, прикольнее Испании. И вообще в Европе сильно выделяется по ценам и как-то вот по отношению людей. Как нам объяснили, люди не разбалованные туризмом все еще. Так же. Вот, правда. Отель стоит евро под 500 за ночь, наверное. Но 600 написано было на рецепции. Надо на букинге еще проверить. Вот. Но это отличная цена для того, чтобы вечером прийти вырубиться и утром рано пораньше позавтракать и выехать. То есть для нас это все мотели. В принципе, придорожные. Просто цена меняется.
Mazda реально пошла дальше. И тут сюрприз. Инженеры разместили вот здесь вот в экране мультимедийки камеру даже с инфракрасной подсветкой, которая анализирует положение головы водителя и состояние век. Только вы начинаете медленно моргать или клевать носом, машина начнет пищать, машина может даже остановиться на трассе, если для этого есть условия, ну, по крайней мере, они об этом заявляют. Слушай, но может, это, конечно, трудности перевода. В пресс-релизе написано, что система анализирует, насколько широко открыты глаза. И тебе это не попахивает немножко расизмом? Вы слишком устали, отдохните. Кусок, она-то, но и казан!